3 сентября в Щелковском городском парке культуры и отдыха состоялась встреча Владимира Жириновского с жителями Щелковского района. Пообщаться с лидером ЛДПР пришли сотни людей. Щелковский район занимает в биографии Владимира Жириновского особое место. В 90-е щелковцы поддержали политика на первых в Новой России выборах в Госдуму. В свое время я к вам приезжал, были еще первые выборы, и более 100 тысяч жителей Щелковского района отдали мне свои голоса. И все эти годы в Государственной Думе мы защищали и отстаивали ваши интересы. В ходе митинга лидер либерально-демократической партии озвучил тезисы предвыборной программы. В первую очередь для ЛДПР важны социальные вопросы и поддержка граждан. Также Владимир Жириновский представил кандидата в Госдуму от партии Сергея Жигарева. Депутат, который будет выбран от Щелковского одномандатного округа, будет представлять интересы жителей именно Щелковского одномандатного округа, тех промышленных предприятий, социальной сферы, бюджетных учреждений. Вы получите своего лоббиста в Государственной Думе, который при распределении федерального бюджета будет делать все для того, чтобы федеральные средства поступили в Щелковский одномандатный округ. Также говорили о внешней и внутренней политике, улучшении качества жизни населения. Общение продлилось порядка 50 минут. Кроме того, в рамках встречи Владимир Жириновский ответил на некоторые вопросы присутствующих. Послушать лидера ЛДПР пришли порядка 400 человек. Довольно, очень. Даже молодец, что приехали. Да, и мы тоже очень довольны, правильно, он все правду говорил. По общему признанию, встреча прошла весьма эффективно. Представители партии получили от жителей ряд вопросов, жалоб и предложений, которые в ближайшее время должны быть пущены в работу. Дарья Соснегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».